Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с новыми мотоциклами от компании Kawasaki, которые представлены на 2023 год. Открывает выпуск Kawasaki Miura K3. Не так давно появившаяся ретро-классическая модель построена на базе обычной версии V800, но с более высоким рулем и эксклюзивным японским ретро-стилем мотоциклов марки Miura, выпускаемых с 30-х годов прошлого века. Мотоцикл оснащается 773-кубовой рядной двойкой воздушного охлаждения, которая выдает 52 лошадиные силы и 62 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 227 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Расход топлива 4,7 литра на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Kawasaki Miura K3 выпускается только для японского рынка и продается по цене в 1 миллион 353 тысячи йен. Это 9800 долларов. И позиционируется как отдельная модель, а не версия V800. Знаменитый гипербайк, побивший Хаябуса, Kawasaki ZZR 1400, он же ZX14R. Его сердцем является 1441-кубовая рядная четверка, которая выдает 210 лошадиных сил и 162 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 269 кг эта махина от 0 до сотни выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний расход топлива 7 литров на 100 км. Емкость бака 22 литра. В Японии этот тяжеловес не продается, а в США цена начинается от 16,5 тысяч долларов. Kawasaki Vulcan 900, который на данный момент продается только в США и имеет две версии: Classic по цене от 10 тысяч долларов и Custom стоимостью в 9,5 тысяч долларов. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения объемом 903 кубических сантиметра, который выдает 48 лошадиных сил и 78 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни круизер разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает внушительные 20 литров. Снаряженная масса 281 кг у Classic и 277 кг у Custom. Kawasaki Z900. На данный момент это самый большой атмосферный naked компании. Рядная четверка от Z1000, уменьшенная до 948 кубических сантиметров, обеспечивает впечатляющую мощность в 125 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни naked выстреливает за 3 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Снаряженная масса 213 кг. Средний заявленный расход топлива 4,8 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Цена в Японии 1 миллион 166 тысяч йен. Это 8,5 тысяч долларов. В США мотоцикл стоит 9400 долларов.
Kawasaki KLX 300SM. Этот мотард основан на Kawasaki KLX 300 и продается только в США по цене в $6300. Его сердцем является 292-кубовый одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, который вырабатывает 23 лошадиные силы и 21 ньютон-метр крутящего момента. В полном боевом состоянии мотоцикл весит 138 кг. Средний заявленный расход топлива 3,6 литра на 100 км. Бак вмещает 7,6 литра. Высота по седлу 860 мм. Kawasaki Ninja ZX-6R. Настоящий спортбайк в своем арсенале имеет рядную 636-кубовую четверку, которая выдает 126 лошадиных сил и 70 ньютон-метров крутящего момента. При снаженной массе в 197 кг ZX-6R от 0 до сотни разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. По паспорту кушает мотоцикл 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Цена в Японии 1 400 000 йен. Это примерно $10,150. В США минимальная цена $10,400. Kawasaki KX450. Это флагманская кроссовая модель компании, в Японии стоит минимум 1 012 000 йен. Это примерно $7400. В США минимальная цена составляет $9600. 449-кубовая одностволка выдает 52 лошадиные силы и 44 ньютон-метра крутящего момента. Снаженная масса 110 кг. Расход топлива по понятным причинам не указан. Бак вмещает 6,2 литра. Высота по седлу 955 мм. Участник топа самых дешевых мотоциклов 2023 года – Kawasaki Z125 Pro. Кто не смотрел видео, ссылка в описании. Напомню, цена в Японии на малыша составляет 352 тысячи йен, или $2,550. Цена в США – $3,400. Z125 Pro является ответом на успешный гром и оснащается 124-кубовым одноцилиндровым двигателем, который выдает почти 10 лошадиных сил и 9 ньютон-метров крутящего момента. Заявленный расход топлива 2 литра на 100 км. Бак вмещает 7,4 литра. Снаряженная масса 102 кг.